Эта музыка была написана в 1982 году японским композитором Хироши Йошимуром. В альбом буквально с первых нот влюбился участник коллектива московского ансамбля современной музыки. Иван Бушуев переписал ее на свой лад. Теперь японские мотивы звучат на четырех разных синтезаторах, скрипке, виолончели и кларнете. Музыканты признают сам, что каждый концерт мелодия звучит по-разному. Мы не стремимся играть этот альбом вот прямо вот так вот, как он звучит на альбоме, да, мы пытаемся приблизиться к этому звучанию, вот именно тембрами какими-то, да, красками, временем, да, каким-то, но мы не делаем какой-то копипаст, не стремимся к этому. Это какой-то взгляд сегодня, из какого-то нашего времени на ту музыку, которая была написана, там, сколько уже, больше 30, да. 5 лет тому назад. Музыка очень спокойная, расслабляющая, нежная, тихая. Под нее очень хорошо расслабиться, подумать о том, что нам всем принес ушедший год. Может быть, погрустить, может быть, подумать о том, что будет дальше. И вот это как раз такая отличная возможность чуть-чуть на часик остановить бег уходящего года. Выступление сопровождается видеотрансляцией из японского каменного сада. Художница в реальном времени создает целый сюжет фильма с помощью песка, камней и мха. Существует некая технология, и нужно расставлять камни таким образом, чтобы они, во-первых, не были отражением друг друга, чтобы, если вы смотрите сбоку, то вы не видели одного камня. Это символизирует то, что человек по большей части чего-то не знает в своей жизни, а когда он видит все камни, значит, что он достиг такого просвещения, да, вот, и люди будут видеть как раз непосредственно сверху. То есть я им позволяю достичь этого просвещения. Юрий Афров, Никита Вертлин, столица Нижний.